Это был конкурс профмастерства. Каждый творческий коллектив получил возможность продемонстрировать свою работу и свои достижения за последние 3 года. Жюри учитывалось каждое направление. Учитывался и личный вклад каждого сотрудника, и каждой библиотеки в целом. Мы показали свою работу и в рамках работы по проектам, деятельность по обслуживанию читателей, работы в интернет-пространстве. То есть работа была охвачена полностью. В каждой территории Кузбасса была определена лучшая библиотека-филиал. Победителем от Ленинска-Кузнецкого стала Центральная детская библиотека. В награду за достойные показатели в работе коллектив получил сертификат на пополнение книжного фонда. Благодаря блестящему участию в конкурсе почетное место на полках теперь займут 270 экземпляров новой литературы. Средства на эти цели выделены из областного бюджета. Кемерово, в Государственной научной библиотеке имени Федорова состоялось торжественное мероприятие, посвященное их столетию. И вот в рамках этого празднования заместителем губернатора Вячеславом Николаевичем Телегиным были вручены сертификаты на приобретение литературы в фонды библиотек. Мы очень рады, что нам дали такую возможность поучаствовать в таком конкурсе профессиональном и проявить всю свою деятельность, показать. Сертификаты на новые книги получили 37 кузбасских библиотек. 270 новых изданий станут отличным подарком для читателей Центральной детской библиотеки нашего города. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.